Люди ищут телефониста, когда скорбь по ушедшим близким становится невыносимой. Он способен найти в городских лабиринтах точку пробоя и соединять жизнь со смертью. Марк вырос в интернате и привык слышать и чувствовать то, что недоступно другим. Однажды он встретил человека, который научил его управлять своим даром, ведь Марк – телефонист. Сможет ли Марк сохранить свой дар и спасти тех, кто ему дорог в надвигающемся на мир хаосе? Сможет ли раскрыть тайну своего предназначения? Ответы на эти и другие вопросы ищите в книге Владимира Чернявского.